В Магнитогорске в ходе преследования автомобиля, водитель которого проигнорировал законы и требования сотрудников ДПС об остановке, при этом грубо нарушая правила дорожного движения и тем самым подвергая жизнь и здоровье граждан опасности, полицейскими применено табельное оружие. Нарушителем оказался нетрезвый 30-летний мужчина, ранее лишенный водительского удостоверения и привлеченный к уголовной ответственности за повторную езду в состоянии опьянения. Приговором суда ему было назначено 220 часов принудительных работ. В настоящее время в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.